Губернатор Игорь Руденя провел основные итоги работы нашей делегации на Петербургском международном экономическом форуме. Для Верхневолжья он стал одним из самых результативных за все время участия. Удалось заключить соглашения в разных сферах, которые в конечном итоге серьезно повлияют на экономику региона. Подробности в нашем первом материале выпуска. Всего проведено 12 встреч, подписано 10 соглашений о сотрудничестве и реализации инвестиционных проектов, которые позволят привлечь в регион свыше 46 миллиардов рублей. Губернатор Игорь Руденя считает, что это результат сплоченной работы всей делегации Верхневолжья. Хотел бы особо отметить очень активную роль наших министров, членов правительства, руководителей муниципальных образований. Мы сегодня работали с нашими инвесторами, которые уже трудятся на территории региона, и новыми инвесторами, которые придут в регион. Ключевые соглашения подписаны в сфере туризма, машиностроения, обработки. В частности, в Конаковском муниципальном округе совместно с легендарным «Союзмультфильмом» планируется создать уникальный круглогодичный парк развлечений для детей и взрослых, где будет даже производственная анимационная площадка. Заключен договор с компанией «Морозов Девелопмент» о реализации в Твери второго этапа проекта обновления уникального историко-архитектурного комплекса «Морозовский городок» с созданием новой зоны деловой активности. Соглашение с компанией «Вектор» предусматривает локализацию производства подшипниковой продукции на промышленной площадке Раслова под Тверью. А фирма «Транстехно» будет развивать в Калязине производство приводных ремней. Особое внимание уделено IT-кластеру. Ну и, конечно, это расширение компетенции и объемов производства компании «Аквариус», расширение линейки, это IT-кластер и радиоэлектронный кластер. На стенде Тверской области в присутствии губернатора подписано соглашение о предоставлении фондом развития промышленности группе компаний «Аквариус» льготного займа. Это позволит увеличить мощности до производства 2,5 миллионов устройств в год. Здесь же планируется запустить серийную сборку серверного и компьютерного оборудования под брендом «Аквариус». Делегация Верхневолжья продолжит работу до самого завершения форума. На очереди еще встречи. Губернатор примет участие в пленарном заседании, а также в заседаниях с гостями самого высокого уровня.